когда мне говорят, прийти куда-то, есть дресс-код, я всегда против. Но когда сегодня мне все, вплоть до Андрюхи Аполлонова и организаторов, 300 раз предупредили, что обязательно... Андрюшка Аполлонов, он тоже мой хороший друг. Да, он 300 раз меня все предупредили, что обязательно надо прийти в белом. Я не могла не ослушаться, я пришла в белом. Ты тоже в последнем ВОК прочитала этот приемчик? Какой прием? Ну, когда говорите с прессой, говорите, что вам постоянно звонит Андрей Аполлонов. Ну, чтобы показаться тоже такой, ну, непростой штучкой. В отличие от вас, мне не надо ничего доказывать, и чтобы казаться кем-то. Я тебя, прости, пожалуйста, не совсем расслышал, потому что я загляделся на твои поры на носу. Они такие озорные у тебя.